Рота подъем! Посвети. Еще, еще посвети. Вот смотрите. Равняйсь! Это смирно! Заброшенная свиноферма. Война выгнала хозяев, теперь заботиться о поросетах некому. Фу. Это бойцы правого сектора! Смелые и непобедимые! Поросята. Равняйсь! Струнко! Ой, пойдем дальше, посмотрим. Слава Украине! Героям слава! Героям сала! Вот оно сало, которого они хотят. Сало уронили. Слушай, я так понимаю, они хотят взять Семеновку именно из-за этого. Да. Слушай, пускай забирают. Да. А вот дохлый правосек. Посмотри на него. Сало уронили, он уронился немножко. Вот смотрите, сало уронили. Кормить нечем, они умирают. Давай, начнем. А ой, страна огромная. Смотри, видишь, это, мне кажется, механическое. Или это оно к электричеству подведено? Давай еще это посмотрим. Пойдем, я уже не могу здесь находиться. Видишь, дохлый свинюк вылез отсюда и не смог похавать. И умер. А все остальные живы. Там еще есть что-то? Уже все, ничего нет. Посвети, есть там что-то? Все, пусто, они скоро все перемрут, если их отсюда не заберут. Уходим, я не могу этим уже дышать. О, это что такое? А? Где, что? Покрылся чем? Это нет, это он сам такой пятнистый. Да? Порода такая. Шли. Все, уходим. Подожди. Прикрывай меня. Уходим, уходим. Оттягиваемся. Подожди, идем дальше до правосека. Куда? Где? Это еще есть. Вы тут были? Фу, блядь. Подожди, сейчас. Давай. Рота подъем! Ревняйсь! Струнку! Не, это элитное подразделение Нацгвардии, они вставали. Ревняйте до Серебряны! Смотрите, это... Дорогие співвітчизники! Ви сьогодні воюєте з сепаратистами. Вот оно, сепаратист. Чому ви житте? Вставайте! Чи ви не розумієте української мови? Їм корма не підвезли, вони воювати не хотіли. Постійко большой, постійко огромний. Вот, посмотрите, это главный нас гвардеец. Это их гормонами пичкали, видишь? Ага. Смотрите, это их пичкали боевыми психостимуляторами с Майдана и по сей день. Вот они, нас гвардеец. Я вас не разумею! Вот он, смотрите, доблестный нацгвардеец. Украину, вставай! Героям сала. Героям сала? Сала, сала. Посмотрите. Это кто, генерал? Посмотрите, это Порошенко. Нет, наверное, это должно быть больше. Нет. Вот яйценюк. Где яйценюк? А вот яйценюк. Пять. Чё, а что, лишних жрать уже вообще нечего. Скоро сдохнут. Не, ну финансирования нет. Украина, вставай! Чё, Яценюк, Запад денег не дает? Да, простись. Порошенко, отвечай, Запад денег не дает? Все, нет? Всех поубивали, а теперь вас не кормят. Ну? Ох ты, ё-моё. Чё там? Там еще один нацгвардейц. Да, примерно. Ты, сука, Порошенко. Где? Там вон, глянь. Мне аж страшно. Так они же там открытые. Мы... Да, мы сейчас загрызутся. Нет, надо сразу стрелять. Ну, придется, да, на поражение открывать огонь. Так, это кабинет, это Верховная Рада. О! Это министров. А что, открываем? Ну его нахуй, не надо. Не будем их открывать? Нет. Верховная Рада. Пускай их, может быть, это самое, заберут, а мы их перестреляем заранее. Нас окружают! Оттягиваемся! Доблестный нацгвардеец, вы в каком чине? Представьтесь. Скажите что-нибудь. Скажите что-нибудь, в каком вы чине? Понятно. Так. За что вы воюете, доблестный нацгвардеец? Хрю-хрю. Героем сало? Не знаю. Так вы сами сало. Все, застрял. А, там ты, свинятки маленькие. Японский магнитофон. Вот смотрите. Маленькие правосечки. Вот смотрите, вот они довоевались. Теперь... Героям сало, которого они так хотели, не будет, потому что не все поздыхают здесь. И у нас свиней, то жалко свиней. Из-за войны ими же развязаны. Это... А кто их мама, я не понимаю. Он, смотри, один уже ушел в отказ. В
Подкаст этот, да. Дезертир? Да, сказал. Где? Ну, вот он спиной повернулся к Порошенко, сказал, ну вас нахрен, воюете сами. А вон дезертир, да. Да, а здесь, а что они, если это что, папа и мама или что? Ну да. Не, подожди, мама же одна облизывает. А что он там жрет, они жрут там молоко, а это облизывает? Нет, мама это, которая лежит, видишь, и кормит. А это? А это хрен узнает. А что он их облизывает? Ладно, идем. Все, пойдем отсюда, уже дышать нечем в этой обстановке Верховной Рады, Кабинета Министров и администрации украинского президента. Вон, даже кошка убегает. Убегай, кошка! Ты наша, сепаратистская. Так, что еще? Все. Мы туда, там не были. Да все они одинаковые, я уже не хочу на них смотреть, тратить на них энергию. Все, выключаю. Идем, идем. Там Алексей. Питомник маленьких правосеков. Вот это лагерь где-нибудь на Западной Украине. Сейчас Ярош перед ними выступит, скажет, когда вы вырастете, станете большими клыкастыми свиньями, вы перегрызете всех. Им нечего жрать, не боюсь. Ну да, жрать им нечего, потому что даже Коломойский жадится. Может, насыпем, а? Так, а что? Пойдем, наберем, что-то насыпем. Кого, правосеков кормить? Ну, да. Ну ладно, даже маленьких правосеков жалко. Сейчас мы покормим этих маленьких правосеков. Надеюсь, они выросли. Они еще, да. Да, они пока еще просто сведомы, но надеюсь, они задумываются. Все.